Привет, амигос! Продолжаем играть в Evil Within. Так много людей пытаются шутить над этим названием, что уже как-то самому-то и не хочется вливаться в их ряды. Блять, не знаю, пишет ли Бандикам, но у меня почему-то очко загрузки с 8-й винды, вот этот кружок, он почему-то в игре не пропал, подождите. Все, что я смог сделать, это спрятать его за экран, за бортик монитора. Итак, значит, откуда я пришел? Тут темно, тут светло, но я, пожалуй, пойду туда, где светло. Выбор, который очевиден для любого сыкливого чувака, такого как я. И, сука, то, что было раньше светло, теперь там, сука, стало темно. Я как будто иду, блин, в задницу. А вот фонарик, если сфокусируешь, тогда он светит. Если не сфокусируешь, то он... то он выключен. Хорошо. Прекрасно. Как же меня бесит эта смена обстановки под самым носом у меня. Это игра, понимаете, она даже не дает мозгу за что-то зацепиться. Где я, что я. Ты не должен этого понимать в этой игре. Ты не должен об этом думать. Тогда о чем тут думать? Пытаться анализировать этот сюжет, когда тут, блин, появляются во время трения привидения, разговаривают какими-то запутанными туманными фразами, блин. Это очень херовый ход для игры, вот что я хочу сказать. Просто об этом, ну и куда я лезу, блин. О, я так понимаю, сейчас меня что-то схватит резко за жопу, да? Давай, скримуйте меня полностью. Ну, я жду, я слышу кошку до сих пор почему-то. Ага. И вот он, анус сатаны, просто я не знаю, что это такое. Где эта лестница? На какой хрен она там нужна? А, вот очередная порция бессмысленных диалогов. Вообще ни о чем они. Вообще было бы забавно, знаете, замутить какой-нибудь опрос, там, не знаю... Хорошо бы вообще стрим там, или я хер узнает. Просто интересно узнать, кто что понимает о том, что вообще происходит в этой игре, о сюжете. Кроме того, что мы все в голове психа, он что хочет, то и делает, и, блядь, ему нужно новое тело, а тело ему давать нельзя. И бла-бла, блядь, бла, нахуй. Просто вообще ни о чем и ни про что. Я не знаю, на что рассчитывала эта игра, просто я, блин. Снова полицейский участок, блядь. Вот это нормально в этой игре, что ты шла по больнице, потом спустилась в канализацию, лезла, блядь, этажей 15 и спустилась в итоге в полицейский участок, блядь. Это похоже, знаете, на фильм, по-моему, «Воображариум доктора Парнаса», что ли, да? Вот есть два типа людей. Одним ему понравился, вторые его даже смотреть не стали. Я из тех, кто не стал смотреть. Я не знаю, просто меня бесит такое повествование. Есть фильм «Фонтан» про, типа, любовь в прошлом, в будущем, в настоящем. Блять, какой вынос мозга, господи. Я не говорю, что я обеими руками за примитивность, но совсем-то уж не надо, блин, так делать. Сколько тут людей пропало, смотрите. Какая-то бабуська там, грамота Себастьяна. Чемпион по бегу среди инвалидов, наверное, там. Вот еще кто-то в смирительной рубашке. Чей-то собачка, типа чихуахуа, наверное. Я не знаю, как эта мелкая крыса называется. Еще какой-то бомж, какая-то тетка, понятно. Что-нибудь тут можно подобрать или взять... Или вообще, что тут делать? В этой игре вообще столько ходьбы. Просто минимум событий, максимум ходьбы. Опять тени. How's Lily doing? Great. Everything's going fine. Just wish my wife would be home. Это типа молодой Себастьян. И молодой Джозеф, который был эмо, наверное. Или анимешник. И они обсуждают Кидман. Я надеюсь, сейчас они скажут пару метких слов о ее заднице и фигурке. Она в такой позе стоит, что охереть просто. Как я не знаю даже, как овца, которая увидела мышь. Так же ноги вроде врозь, колени вместе. Даже не знаю, даже не описать. Бум, блядь, с ноги.
Ой, здесь еще есть комната. Как мило. Какой маленький полицейский участок у них, однако. Смотрите, только что была общая комната, а теперь комната для допросов. Я вижу, что здесь есть сейф. Ага, и вон он код. Кто бы мог сомневаться. Итак, 11 направо, 2 налево, 20 направо. 11 налево, 20 направо. Вы видели, как интересно? Здесь, я так понимаю, это будет щелкающий этот замочек, который надо крутить в разные стороны. Но считать щелчки вот эти, видимо, надо. Ну, я так себе представляю открытие этого сейфа. И в этом сейфе лежит что? А, бумажка, которую я даже прочитать не могу, потому что там клочок бумаги. Ну, и это, понимаете, господа разработчики, это вообще не интересно. Это, блядь, не загадка нихуя. Это просто вот набери цифры, открой, получи кусочек говнеца. И потрать на это время, блядь. И я просто не понимаю, нахрена так делать игру. И самый прикол, что этот код, который они дали, он не подходит сюда, я не знаю. Либо я просто не понимаю, как открывать, как пользоваться этим замком. Либо надо смотреть не через стекло, а нет, все-таки через стекло надо смотреть. Ха. Блин, ну давайте, я хотел вырезать этот момент, я хотел открыть сейф и пойти дальше, но хорошо, давайте вместе. 11 вправо, 2 влево, 20 вправо. Мне это особенно нравится цифра 20 вправо, блять, так пиздато считать 20 щелчков вправо, просто ёбнуться. Так, 11 не сюда. А, нет, все правильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь 2 сюда, да? 1, 2. Хорошо, теперь 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И чё? То есть чё должно быть-то? Вот 11. 1, 2. Это, так, теперь еще 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да хуй его знает, блядь, в пизду такие загадки, я не знаю. Во-первых, мотивация нулевая, во-вторых, блядь, загадка, дерьмо. Я просто... У меня как-то, знаете, нету опыта в открывании сейфов, где, блядь, надо одну ручку крутить, блядь, туда-сюда. И плюс эта игра меня и без этих ебнутых загадок бесит, блядь, уже давным-давно на 180%, блядь. И я просто нахуй не собираюсь портить остаток нервов, блядь, ихними тупорылыми, блядь, задачками. Где просто код написан на двери, но ты хуй его знает, блядь, как его вводить, блядь. Это, блядь, просто, я не знаю, более уебанского чего-то, блядь, я не знаю, не придумать. Эта игра, она в моих глазах, блядь, вот немножко поднялась, блядь, с колен, на которых она сидела и сосала, блядь, у всех остальных игр на этой планете. А в прошлом DLC я подумал, что вот он, оригинальный взгляд на эту игру. Сделать из нее хоррор, блядь, с фонариком. Блядь, они сделали второе DLC точно такое же, и все ёбнулось, нахуй, все проебали. Вот все, за все, что мне понравилось, они, блядь, повторили, нахуй, все извратили, блядь, испоганили, и пошла нахуй эта игра. Рад, что я, блядь, не купил ее и никогда не куплю, и чтобы это разработчик, блядь, быстрее нахуй разорился. Желаю ему разориться раньше, чем он выпустит какое-нибудь еще дерьмо под своей, блядь, дерьмовой маркой. Просто, блядь, не умеешь ты нахуй делать, ну не берись, ёб твою мать. Есть у тебя ресурсы, средства, блядь, движок, графика, все хорошо. Ебать, позвали этого нахуй долбоеба, блядь, сделать сюжет нахуй, сделал, ёб твою мать. Ну какого хуя я хожу, блядь, и снова попадаю в эту комнату и снова слушаю их, не, блядь, тупые разговоры. На какой хуй они мне нужны? Объяснить, блядь, мне какие-то сюжетные моменты, которые мне, блядь, вообще не интересны. Молодцы, блядь, я нихуя не знаю. Наверное, они, наверное, ожидали, что их игра просто всколыхнет, нахуй, блядь, общественность, что все начнут
на форумах спорить о том, что же тут произошло. Знаете игру, над которой стали спорить на форумах, что произошло? Это был Bioshock Infinity. Вот там действительно всем было интересно, что это за хрень в конце случилось. Здесь, блядь, всем просто насрать, мне кажется. Я, блядь, не вижу вообще ни одного человека, который бы хоть где-то упоминал эту игру, блядь, что-то, вот хоть что-то сравнивал с этим флизелином. Да я не буду это читать, мне насрать, блядь. Мне ее переписки не интересны. Снова этот коридор, потрясающе. Да, да, я знаю, будут опять говорить, что ой, я не понял загадку, начал обсирать игру. Я эту, блядь, игру, поверьте, начал обсирать задолго до того, как тут вообще загадки появились. Ее, бля, хвалить, по-моему, не за что просто. На нее можно только срать, блин. Кримсон, блядь. Ну да, покосился ваш город и чего. Мне вот интересно, смотрите, это игра стелс, да? Это игра стелс, в котором надо периодически бегать. Какого хуя детектив, оперативный детектив, это... Я надеюсь, что она оперативный детектив. Какого хера детектив полиции местный, блядь, ходит на работу в ёбаных каблуках, блядь, 10-сантиметровых. Она не может красться, потому что не цокают. Она не может бегать, потому что она, блядь, лошадь, ёптовую мать, в этих каблуках. Какого хрена, блядь? Вот зачем ты в них припиздила на работу, блядь? Просто я не знаю. О, Кинг-Конг идет, что-то все трясется. О божечки, что происходит? Slow motion. О, упала бочка пожарная, упала два холодильника кондиционерных. Да, это разработчик просто продолжает себя хранить, понимаете? Он в 2015 году сейчас в замедлении показывал, как накренилась камера и упали два холодильника вниз. Когда еще два года назад в Tomb Raider показали, как на голову Ларри Крофт упал самолет. Также в замедленной съемке. Вот сравните, как это выглядело там и как они показывают это здесь. Они так заострили на это внимание, как будто это было, блядь, зрелище на уровне фильма 2012, а может быть и выше. Но это было просто убого на самом деле. И вот эта карта, знаете, такая была в Dying Light, допустим, в финале игры. Такая была в какой-то игре, где были перестрелки, уж не каратели, по-моему. Потому что вот эта карта, она подходит для всего. Ой, эпично дом ушел под воду. Это самое незрелищное обрушение дома, наверное, за всю историю игр. Просто самое незрелищное, самое унылое. Вот. И вот эта карта, она подходит для шутера, она подходит для экшена. Но, блядь, единственное, для чего она не подходит, это для хоррора со стелсом, блин. То есть для этой игры. Но каким-то хером они догадались ее здесь сделать. Я пригнусь, пожалуй. А, его можно столкнуть, конечно. Только если бы сталкивал его я бы наоборот с разбега просто ударил его ногой между лопаток, чтобы он улетел. Но я бы не стал к нему подкрадываться, чтобы спихнуть его так элегантно и аккуратненько. Да я вообще варвар. А я, пожалуй, буду ползать раком. Не то чтобы это атмосферно, просто здесь стелс. Здесь очевидно стелс, потому что здесь есть враги, убивать их нечем. И я не знаю, когда я увижу следующего врага, наверное, тогда и присяду на картаны. Тем более, что здесь есть контрольная точка. Здесь, смотрите, здесь даже вот эта эмблемка, которая показывает вам, что вы прошли контрольную точку, она как бы показывает, что игра трахает вам мозг, да? Вот видите, что какой-то фаллический предмет, ну пусть это спица, но она долбит мозг, реально. Эта игра ебет мозги. Даже на уровне эмблемы. Очень, кстати, удачно они выбрали. Я считаю. О, еще один час уйдет в космонавты. Здесь главное в этой игре не останавливаться. Не пытаться отсидеться и подождать, когда он второй раз к этому краю подойдет. Увидел, иди сразу. Этому научили еще предыдущие две главы, когда вот этот открывание сканер двери, сканер руки там на двери. То есть надо было к нему каждый раз сразу бежать и подставлять руку, а потом бегать от монстра, а не пытаться застелсить этот уровень. То есть увидел, что идет этот прожектор на ногах, сразу спрятался, да, подождал, потом пошел отсканировал, еще подождал. Так в этой части не делается. Ты идешь и сразу мочишь, все.
Других вариантов нет. Ну вот сейчас я, наверное, не успею. Сейчас вот я реально не успеваю, мне кажется. Поэтому вот сетю вот именно сейчас. Его можно приманить, но с ним нельзя драться. Я не понимаю, почему забрали пистолет в этой части. Ну, была бы просто неубиваемая баба, вот эта, которая гоняется за мной всю игру. Но обычных-то бомжей застрелить, да и дальше пойти, ёпта. Мне неинтересно с ними возиться здесь. Я не люблю игры, где меня заставляют подкрадываться, блядь, к жопам, к чьим-то. Ладно бы тут враги и бабы были с нормальными жопами, так я к мужикам подкрадываюсь. Вы думаете, что я гей? Нет, мне не нравится. Я не хочу подкрадываться к никому сзади. Блять, как это. Да. Я даже по просмотрам, причем вижу, что никто не хочет даже смотреть. Это редко, когда люди на каком-то канале не хотят смотреть, как играют в хоррор. Обычно все, наоборот, просят больше хорроров, там, амнезии, всяких аутластов. Вот, блядь, отличный дерьмовый, не страшный хоррор, но его никто не хочет смотреть, потому что, бля, он запредельно уныл. Амнезия тоже не сказать, что в свое время была веселая, но этой игре уже сколько лет-то будет, вот-вот. Маяк уже близко. А чё, по улице вообще не пройти, да? Надо идти домами. Которые, между прочим, эти дома между собой вообще не соединены никаким, блин, ни мостом, ни проходом. Но она все равно каким-то раком идет по домам в другой конец города. Не понял я что-то, а сейчас-то куда? А, вот, да, тут рядом же стена сломана, конечно. Да, о, кто-то распечатал этот демотиватор какой-то и повесил в рамочку. Ниагарские водопады, 2005 год, и что-то еще ниже написано. Но, к сожалению, графика 2015 года не позволяет прорисовку сделать надписи. Просто не знаю, в чем проблема у этой игры с этим. Опять записка. Агент. А вот здесь вы будете жить. Хороший вид отсюда, правда? Это, видимо, агент по продаже. Кидман. Обалдеть! Это я к такому не привыкла. Видели бы вы, в каком доме я росла, агент. Все это в прошлом. Теперь вы, вот вам, блядь, вот на зачем мне это читать? Зачем? Это, знаете, для любителей Санта-Барбары, блядь, этот... Как там? Итан и Круз заезжают в новую квартиру. Давайте 3 серии про это смотреть и слушать. И здесь тоже. Когда-то давно детектив Кидман въехал в квартиру. Квартира ей понравилась. Но для меня эта информация вообще не нужна. Зачем она? Предоставлена, любезно предоставлена мне этим разработчиком. Чтобы я узнал, что детектив Кидман любит большие светлые квартиры? Как страшно, блядь. Не, мы все равно пойдем вперед, ты можешь пятиться, блядь, сколько тебе хочется. Не, ну согласитесь, что сделано все на уровне инди-хоррора, хотя разработчик ни хрена не инди. Бюджет у игры наверняка был огромен. Это мне сейчас... Подождите. Что это за... Такой огромный кусок, смотрите, он просто был с ее голову. Я так понимаю, что его сейчас надо вставить сюда, и он уменьшится в 3 раза в размерах, но это ладно. Просто мне кажется, что в какой-то другой игре я уже видел такую загадку, где надо было на эмблемку светить под определенным углом, и чтобы на стену падала тень. А то ли это был... Revelations 2, то ли это была какая-то игра из раздела игр по вашим заявкам, но где-то, в общем, я это уже видел. Ну, может быть, и в прошлом DLC, не знаю. Но мне кажется, что в другой игре. Просто в таком случае, зачем тогда повторять такие же загадки? Не знаю. Напомните, кстати, если вы помните.
что меня расстраивает, так это то, что здесь от хоррора в этой DLC есть только темнота и баба, которая за тобой периодически гоняется. Больше ничего. Какого-то скримера тут ждать. Какого-нибудь хоть чего-то, блин, хоть атмосферности, хоть, блядь, пару копеек. Ни хера нету. Ну, сейчас либо кто-то придет, либо кто-то не придет. Ничего не происходит, но детектив Кидман дышит так, как будто ее сейчас, блядь, инфаркт хватит, реально. А, нет, видимо, никто не придет. Я просто вспомнил первую встречу с этой бабой, которая, блядь, опять мышка вылезла, которая гоняется за ней всю игру. Там надо было залезть в шкаф, и тогда она приходит. Упс. Ну это обычная бичунья какая-то прибыла. Это ж не босс, это обычный этот обморок. Они, кстати, чем-то на жутиков из Алана Вейка похожи. А у меня как раз топорик, я помню, есть. Убрал как старуху проценщицу, если вы знаете, о чем я. Понимаете. Я думаю, что преступление и наказание только и читали для того все в школе, чтобы потом шутить про убийство бабушек топорами, потому что какого-то такого смысла в этой книге, какой преподносился учителями, я, блин, в упор не видел. По-моему, глупый абсолютно рассказ. И пиздец какой неинтересный. Мне вообще кажется, иногда... Не то, что когда я был маленький, глупый, мне так казалось, мне и сейчас так кажется, что школьная литература иной раз просто отталкивает детей от чтения книг, потому что заставляют читать то, что уже не модно, не актуально и не интересно. Ну, блядь, на какой хуй мне читать эти ваши революционные рассказы, как там это, блядь, называлось, хуйня, где салон Анны Павловны Шерер означал, блядь, обозначал социальные слои. И чё? А вот сейчас, походу, надо съебаться. Вот, социальные слои, короче, и чё-то там, блядь, третий сон её чё-то значит, пятый сон её чё-то значит. И, блин, я охеренно рад, что это всё чё-то значит, но, блин, мне интереснее почитать «Трое из леса», например. А, нет, никто не идет, шагов я не слышу. Ну, «Трое из леса», наш писатель Никитин. Классная серия. В свое время она была как «Игра престолов» практически. Там были жестокие сцены такие описаны, типа там... А, разрезали живот, там срезали веки, натолкали камней, то есть обмотали кишками, все там было, вот это... Мне это все очень нравилось на фоне школьной литературы, глупой. Хотя Никитин это еще позднее. Это еще позднее чтиво. Так, ну все, что, звезда собрана или почти собрана? Какая картина должна быть? А. Вот такая должна быть. То есть, кто прочитал «Войну и мир» вообще в школе? Или, может быть, кто-то после школы прочитал? Нахрена ее читать, блин? Там столько, блядь, написано! Такая вообще просто книжище, блин! Первый был Наташи Ростовой, блин. Не знаю, как-то у меня слезы от этого не наворачиваются, от того, что ее там жениха убили где-то, блядь, на войне. Какая редкость, боже мой. Ну ладно, в принципе, я думаю, что любые книги, чтение любых книг несет пользу, кроме, блядь, наверное, Донцовой, Марининой и прочих этих наших отечественных говёных, блядь, сраных детективов. Хотя и там можно зачерпнуть какую-то информацию. А, вот и все, в общем-то. Вот и подошла очередная серия. Сборник нытья по поводу всего на свете.
под соусом из говёного хоррора Evil Within в конце, к концу. Не забудьте поставить дизлайк и отписаться. Не знаю, всем так не нравится, когда я что-то критикую, но, блин, вот конкретно эта игра, она просто вообще ни о чем. Я не понимаю, здесь, понимаете, для... На уровне, вот я о чем говорил, на уровне просто инди-игры, где просто ни хера не происходит. Помните, Silent Hill Alchemilla сделали? Такая любительская фигня, короче, на движке Half-Life, там, где даже врагов не было, где ты просто ходишь с фонариком. Здесь практически тоже врагов нету, ты ходишь, блядь, с фонариком. Ровно то же самое. Только загадки там были куда более понятные, а здесь, блин, куда более тупые. Вот и девочка из семейки Адамс. Как это мило. В общем, жаль, что могла бы игра быть и поинтересней. Так что, как я уже сказал, не забудьте дизлайкнуть, отписаться, что-нибудь накомментить. Вот картина на стене смотрится просто, просто хорошо. Что-то они хотели прорисовать, что-то не хотели. Классно. Вот картина классная. Это единственное, что... А вон еще какая-то картина. Подождите. Я, в принципе, к живописи равнодушен, но здесь, видимо, картины на стенах. Это самое интересное, что здесь есть. Вован. Это то, о чем я думаю. Это, знаете, это такой масонский глаз. Эта картина называется... Бля, эти люди совсем охуели. Я видел, вспоминаю сразу картинку в интернете, где... мультяшное нарисовано око Саурона и такое, типа, прищуренное, и написано: блядь, да эти хоббиты совсем охуели. Ладно, все, адьё, амигос.